Друзья, всем привет! С вами Любомир Борода. Сегодня я хочу поговорить с вами о жилетке от компании Swaston, которая называется Stator. И выпущена она специально к осеннему сезону этого года. Как вы заметили, за окном уже похолодало, и нам приходится одевать тепленькие вещи. Но, опять же, расставаться со свитшотами, с футболками еще не очень хочется. И поэтому жилетка, как неотъемлемый атрибут мужского гардероба, всегда приходит нам на помощь. Я очень люблю жилетки. Вот, я имею в своем гардеробе их несколько разных. Чем они мне нравятся? Тем, то, что мы можем носить их с любой одеждой. Можем носить со спортивными штанами, с джинсами, с милитари стайлом. Мы можем одевать их на футболки, на свитшоты, на легкие куртки-ветровки, либо под них, в зависимости от того, какая жилетка. И эта жилетка, она отлично дополняет любой мужской лук, она согревает, она в каких-то случаях спасает от ветра. В общем, это очень классная штука. Когда я увидел у Свастона на сайте, у компании Swaston на сайте, то, что вышла такая вот новая жилетка, я решил приобрести, потому что каждый сезон хочется чего-то новенького. Вот, когда я получил посылку, я немножечко офигел, потому что очень уж легкая была посылка, я подумал, то, что, скорее всего, что-то перепутали и положили не жилетку, а какую-то, наверное, футболку. Вот. Но распечатав пакет, я реально увидел жилетку, но настолько легкую и тонкую, что я подумал, блин, сможет ли она помочь мне, сможет ли она меня согреть осенью. Вот. Я пришел в офис и взвесил. У меня есть маленькие кухонные весы в офисе, и я специально взвесил эту жилетку. И весы мне показали 205 грамм. Представляете, 205 грамм для жилетки, которая должна вас согревать. Вот. После этого я стал более детально разбирался с этой жилеткой, так сказать. Походил в ней, а в Николаеве, где я живу сейчас, достаточно прохладная погода, сильные ветра, вот, и холодно. И не хочется пока как-то куртки носить, хочется все-таки ходить в каком-то свитшоте легком, но немножечко утеплиться. Я походил в этой жилетке, она реально греет. И греет достаточно неплохо и спасает от ветра. А в чем прикол? В производстве данной жилетки использован утеплитель Glovt. Это утеплитель, который супер легкий, супер тонкий и супер теплый. И он, собственно, отвечает сразу на все вопросы, почему она такая легкая, почему она такая теплая. Все это благодаря данному утеплителю. Дальше. Верх нашей жилетки. Плащевая ткань Ripstop, которая сверхпрочная, суперпрочная, которая не рвется, если, конечно, специально не резать ее ножами, и влагоустойчивая, водонепроницаемая. То есть жилетка, получается, уже защищает вас от влаги, защищает вас от ветра и в то же время согревает. Что мне понравилось еще в этой жилетке? В жилетке есть сзади петелька, вот, чтобы вешать ее на вешалку. Вы будете смеяться, но многие не делают таких петелек, и когда ты куда-то приходишь, тебе надо снять, и ты не знаешь, как тебе это повесить. Ты все время пытаешься как-то накинуть на этот крючок, вот, а оно съезжает. Учитывая то, что тут материал такой очень мягкий и, можно так сказать, скользкий, но без петельки эта жилетка все время валялась бы на полу, если мы будем ее где-то вешать. Поэтому петелька это прям максимум успеха. Вот. Потом, что мне очень понравилось в данной жилетке, это наличие внутренних карманов. Причем не просто маленьких кармашков, а достаточно больших и глубоких. То есть тут карман занимает полностью сторону. И с этой стороны тоже. Вот. Плюс подклад мне чем приколол, то что вы можете выбрать два варианта. Либо олива, либо оранжево-сигнальный. То есть если вы любитель каких-то путешествий, туризма, походов и экстремальных ситуаций, то, например, выбрав оранжевый, он вам может пригодиться, чтобы вас где-то заметили. Вдруг вы попадете в какую-то чрезвычайную ситуацию, вам надо заявить о себе, и можно будет просто перевернуть жилетку задом наперед, одеть ее, и вы будете ярким и заметным. Вот. Олива тоже, вот она очень классно сочетается с моей футболкой, любимой от компании Swaston. Вот поэтому я выбрал такой цвет. Что еще хочется сказать о этой жилетке? Я
обратил внимание на фурнитуру. Фурнитура тут от компании ЮКК. Опять же, считаю, что если компания использует фурнитуру ЮКК, значит, она уже заботится о качестве. Собственно, фурнитура у нас здесь на карманах и основная молния. Плюс вот такая вот классная штучка, веревочка такая, очень удобная. Застегивать, расстегивать и выглядит достаточно стильно. Также на жилетке мы видим резиновый лейбл компании с хвостом. Тоже он отлично вписывается и очень гармонично смотрится с подкладом. То есть тут такой тоже черный с оливой. Помимо того, то, что мы эту жилетку можем носить поверх нашей одежды, из-за того, что она очень тонкая, хорошо прилегает к телу, вот, мы можем ее одевать под куртку. Под куртку в качестве лайнер-джекета, утеплителя, подстежки, так сказать. И вы не будете выглядеть капустой, потому что она тоненькая, удобная и классно греет. Как бы. И что еще хочется отметить? Очень мягкая и ткань очень приятная на ощупь. В карманах, когда вы опускаете руки, там такой материал мягкий, немножечко, знаете, так отдает, как будто он чуть-чуть как бы прорезиненный. И руки в кармане держать одно удовольствие. Согласитесь, то, что когда материал, из которого сделана ваша одежда, очень тактильный и приятен вам лично, то это тоже многого стоит. Когда... На этом все. Жилетка мне очень понравилась. Я проходил в ней неделю. Вот. Я не хочу пока одевать никакие другие вещи. Я ношу ее либо с футболкой, либо со свитшотом. А станет немножечко прохладнее, я буду носить ее, наверное, под ветровку. Либо одену более теплый свитшот и еще погоняю в ней. Вот. Еще что хорошо, я очень много хожу, очень много часто бываю куда-то езжу. И возить с собой дополнительные вещи мне не всегда удобно. Поэтому вот мне нравится, опять же, ветровка Arida Tantum от компании Swaston, опять же, которая всегда со мной валяется в рюкзаке. И если там где-то дождичек или еще что-то, я быстро ее распаковал, одел. Она занимает мало места и в то же время достаточно функциональна. Вот эта жилетка войдет также в мой EDC комплект вещей, которые я ношу с собой. И также она будет у меня валяться в рюкзаке. Если где-то что-то прохладно стало или где-то там поддувать, я ее быстренько одел, и мне кайфово. То есть это тот вид одежды, который подойдет реально под ваш, под любой ваш стиль и имидж, будь то спортивный, будь то милитари, будь то более какой-то деловой. И в то же время вы всегда можете положить ее с комплектом своих необходимых вещей для поездки или командировки, и она не займет много места. Вот. Поэтому одни плюсы. Вот именно по этой жилетке у меня одни плюсы. Вот, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно то, что я рассказал. С вами был Любомир Борода. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить чего-нибудь новенького. И будьте здоровы, не болейте, и всего вам самого хорошего, самого наилучшего. До новых встреч!